Стрелка «Золотого компаса» второй год подряд указала на Бийск. В Москве подвели итоги 12-го всероссийского кинофестиваля «Золотой компас». Фильм «Тигерек. Душа Алтая» Марины Волковой стал победителем в номинации «Автомототуризм» и отмечен специальным призом Федерации спортивного туризма России. Работа была проделана очень большая. Мы из экспедиции привезли 44 гигабайта отснятого материала. То есть на обработку у нас ушло почти 4 месяца этого материала. В итоге на фестиваль мы отправили 15-минутный фильм. В основу фильма легла фраза, которая родилась прямо там, где-то вот на одной из троп. Вдруг осенило, что не Ермак покорил Сибирь, а Сибирь покорила Ермака и всех его последователей, первопроходцев, покорила своим величием, мощью своей. И вот именно эту идею мы заложили в сам фильм. Экспедиция сборной команды Алтайского края по спортивному туризму длилась 7 дней и оказалась настоящим испытанием и для команды, и для техники. Дожди, разлившиеся реки и броды, но главной задачей было показать уникальность одного из самых красивых уголков Алтайского края. На конкурсный просмотр жюри выбрало 30 фильмов со всех уголков России. Фильм Марины Волковой и режиссера монтажа Александра Нагайцева «Тигерек. Душа Алтая» получил главный приз. Отметим, что это уже вторая победа съемочной группы телепроекта бийского телевидения «Ну и ну» на всероссийском уровне.